Друзья, всем привет! Вот работает болгарка короткая. Вот так делаются фасты. Вот, смотрите. Вот так вот. Фасты на камне. Вот они. Болгарка Митаба. Включай, Лёх. Давай, покажи. Вот так вот снимается шарошка. И вот сейчас одевается вот такая вот с черепашками насадка. Подшлифовать шарошки, после шарошки фаски на камне. Водичка. Вот так вот. Вот, видите? А как зашлифовываются фаски? Болгарка. Вот такие фаски получаются. Так что на болгарку существует очень много всяких насадок. Не только там диски какие-то отрезные, как многие говорят. Ну и разные другие насадки. Вплоть до патрона, до удлинителей. Вот я показывал на канале. Посмотрите видео, кому интересно, и оставайтесь со мной. Будете много знать про болгарку. Про этот инструмент, который все считают, что он опасный. Он опасен только в неумелых руках. В умелых руках это абсолютно нормальный инструмент. Работать можно по-разному. И недаром это называется УШМ. Угло-шлифовальная машинка. Подписывайтесь. Всем пока.